Всем миром на профилактику пожаров. Районы областного центра взяли шество над территорией Мамаева-Кургана. С конца июля муниципальные бригады проводят здесь мероприятия, направленные на предупреждение возгораний. Репортаж Людмилы Кухаревой. В прошлом году главная высота России горела много раз. Когда такая жара, любая искра может привести к серьезному пожару. Чтобы не допустить этого, нынешним летом город взял шество на территории Мамаева-Кургана. Для того, чтобы эффективно проводить эту работу, необходимо направить усилия всего города на эти цели. Поэтому обратились к главам администрации районов. Главы администрации согласились помочь и сегодня осуществляют эту работу. Всю парковую зону мемориала разделили на 8 секторов по числу районов Волгограда. Ежедневно на склонах Мамаева-Кургана специальные бригады убирают сухостой, косят траву, проводят опашку участков, вывозят мусор. В общем, проводят весь комплекс мероприятий, направленных на профилактику пожаров. Ребята выполнили задачу. Сегодня, значит, на сегодня скошено более 2 гектаров этой травы. Значит, убрано, вывезено более 200 кубометров сухих деревьев. Вот такой вклад. В муниципалитете результатом довольны. За весь сезон на Мамаевом кургане не было ни одного крупного пожара. К тому же такая работа самым лучшим образом скажется на благоустройстве всемирно известного памятника. Мы-то думаем еще, чтобы не только пожаробезопасность соблюдали на этом великой высоте, а чтобы было просто красиво и удобно нашим жителям. Мы надеемся, что когда мы наведем здесь порядок, дирекция музея вместе с нашим городом высадит новые деревца, кустарники. Здесь будет уютно, удобно отдыхать нашим жителям, ветераны. Шефство районов Волгограда над территорией Мамаева-Кургана продлится до конца пожароопасного сезона. Скорее всего, такая полезная практика будет продолжена и в следующем году. Людмила Кухарева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».